34-летняя Ольга Бузова пожаловалась поклонникам, что вынуждена страдать от боли. Чтобы исправить ситуацию, звезде придется лечь под нож хирурга. Ольга Бузова в этом году вместе с остальными звездами участвовала в возрожденном шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Во время активных тренировок певица неоднократно жаловалась на ужасную боль в ногах. «Если честно, то я не знаю, как я залезу в коньки, если я даже не могу в тапок войти», — говорила звезда в сторис. После завершения шоу Ольга Бузова отправилась со своим бойфрендом на Мальдивы, однако состояние здоровья продолжает ее беспокоить. По словам певицы, ее тревожат косточки на ногах. Звезда призналась, что из-за них уже делала операцию, но проблема возникла вновь. Делала операцию в Мюнхене, вырезали кость, после ледникового периода опять выросла очень сильно, ноет каждый вечер. Где делают хорошие операции, чтоб отрезать и заново не росла, поинтересовалась Бузова у подписчиков в сторис. До этого во время катания Ольга Бузова повредила ребро. Причиной травмы стала большая телесная нагрузка во время поддержек. В настоящее время телеведущая выходит на лед, несмотря на трещину в грудной клетке. В итоге из-за болевых ощущений у певицы случился приступ прямо на тренировке, Бузовой стало дурно во время постановки нового номера. На опубликованных в сети кадрах видно, как артистка падает на лед, держась за плечо, и не может встать самостоятельно. Окружающим пришлось поднимать Ольгу Бузову и приводить ее в чувство. Через некоторое время звезда все-таки смогла очухаться, восстановив свои силы. Несмотря на полученную Бузовой травму, об изменениях в популярном телешоу пока не сообщалось.